Минималка станет больше. С 1 января 2017 года ни один гражданин Украины не будет получать зарплату меньше, чем 3200 гривен. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на очередном заседании Кабмина и акцентировал, что это касается как государственного, так и негосударственного сектора. Мы вперше за 25 лет независимости дорівнює минимальная заработная плата граждан до реального, фактичного и юридичного прожиткового минимума. Цього в Украине не было никогда. Кроме того, Гройсман сообщил, что с нового года будет ликвидирована модель принятия зарплат, которая существовала в Украине много лет. А именно, с повышением минимального заработка зарплаты чиновников автоматически не возрастут. Тобто, фактично, если мы возьмем, например, будь-який орган влади, например, там, антикорупційні, там, где сейчас великі заробітні плати, то для того, чтобы людині підняти заробітну плату по МЗП на 150 гривень, іншому чиновнику треба автоматично підняти на цих же 10%. Це у нас десятки тисяч гривень. Це є відсутність соціальної справедливості. Тому відв'язування МЗП від нарахування на заробітну плату буде абсолютно відповідати соціальній справедливості.